Лайв-студія відкриває нову інформаційну годину. Далі ще більше аналітики та фактів від моїх колег з лайв-студії. Світлана Пензова продовжить роботу у прямому ефірі. Світлана, тобі слово. Дякую, Олександро, і дякую всій команді 7-го телеканалу за насичений випуск новин. А цю годину лайв-студію починаємо з такої теми. Верховна Рада підтримала призначення нового міністра охорони здоров'я. Ним став Віктор Ляшко. І цю тему обговорюємо із фахівцями. Зараз з нами на зв'язку медичний експерт Сергій Калинчук. Вітаємо вас. Здравствуйте. Отже, новим очільником МОЗ став вже колишній головний санітарний лікар і заступник попереднього міністра охорони здоров'я Максима Степанова Віктор Ляшко. Звісно, питання до вас, як оцінюєте нове призначення, чи справиться пан Ляшко? Ну, первое, что я хочу сказать, это то, что Степанова наконец-то уволили. И я считаю, что это правильно, но мы с вами в студии неоднократно обсуждали это, почему это надо было сделать. Единственное, что это, на мой взгляд, запоздалый элемент. И это надо было делать еще осенью прошлого года, потому что уже тогда было понятно, что программа борьбы в целом с эпидемией была провалена, начиная от старта. От тестирования, от обеспечения коечным фондом сети здравоохранения, от недостатка кислорода и так далее. Это можно перечислять очень долго. Почему так долго тянули с этой отставкой, мне сложно сказать. А то, что касается назначения Ляшка, который был замом непосредственно у Степанова, ну, для меня это тоже несколько удивительное такое назначение. Может быть, он действительно что-то знает, о чем мы не знаем еще. Но для меня, как для специалиста, вообще удивительно, что мы выбираем на такие посты людей просто по какой-то принадлежности, как по мне, какой-то из, ну, знаете, вот более или менее влиятельных групп. На самом деле, учитывая то, что система здравоохранения находится в достаточно критическом состоянии, на самом деле, учитывая то, что здоровье нашего населения находится в достаточно критическом состоянии, мы не должны выбирать фамилии. Мы, там, это будет Ляшко, или это будет Петренко, или это будет Степаненко, или еще кто-то. Мы должны выбирать программы, конкретные программы, с которыми в последующем этот человек будет работать, и по которым можно будет в последующем спросить, он выполнил свою программу или не выполнил. А так получается, мы выбираем людей без программы. Что мы сегодня обсуждаем? То, что Ляшко заявил о том, что он сделает за 100 дней 10 миллионов вакцинаций. Ну, по идее, сам процесс вакцинации должен выполняться априори. И это не может быть программа. Это то, что надо просто каждый день брать и делать. Сделает — молодец. Но это не программа. Это ежедневная работа кабинета министра и системы здравоохранения. А вот программа развития, куда мы идем, какую систему здравоохранения мы строим, что получит простой гражданин, одессит на Молдаванке от этой системы здравоохранения, и что получит простая медсестра в поликлинике на той же Молдаванке от этой системы здравоохранения. Вот это важно для людей. И тогда можно спрашивать, мы выполнили или не выполнили, мы сделали то, что мы обещали, или не сделали. А когда мы выбираем просто фамилии, то какая разница уже потом, что они делают? В данном случае у нас получается ситуация, что нас невозможно сбить с пути, потому что мы не знаем, куда мы идем. Ну, вот такой примерно. Так, дякуємо вам за ваш фаховий коментар. Почули певний скепсис у питанні призначення нового охорони міністра охорони здоров'я. Зараз з нами на прямому зв'язку народний депутат України Артем Дмитрук. Артеме, вітаємо, доброго дня. Добрий день, студія. Добрий день, зрителі. Отже, говоримо про звільнення Степанова і призначення Ляшка. І, будь ласка, вам слово. В принципі, ви виступали активно за звільнення Степанова. І тож попрошу прокоментувати. Да, що ж касається Степанова, я вже десь півгода назад перший, один із перших, хто підписав листи касательно відставки міністра Степанова. И, в принципе, давно инициировал это. То есть произошло то, что должно было произойти, хотя я живу, к большому сожалению, это произошло именно сейчас. Что же касается Ляшко, я не знаю, насколько Ляшко будет эффективным министром и сделает все то, что он сегодня обещал.
когда мы с ним утром собирались, фракция собиралась утром с кандидатом еще и министром Ляшком, мы с ним обговаривали много вопросов, в том числе я задавал вопрос тогда еще кандидату в министра Ляшко касательно производства украинской вакцины, потому что этот вопрос меня очень беспокоит. Я и на ряде ваших эфиров касательно вакцинации мы поднимали на ваших эфирах тему украинской вакцины, и многие специалисты, врачи говорили о том, что невозможно производство на территории Украины нашей украинской вакцины. А я им утверждал и говорил, что технически это возможно, и на самом деле просто нету желания. Этот вопрос сегодня мы обсудили с еще кандидатом Ляшко. Он мне уверил в том, что это чуть ли не одна из его приоритетных задач, чтобы мы были независимы, чтобы в Украине была своя вакцина, и мы могли конкретно рассчитывать на конкретные цифры, конкретные дозы, и чтобы цена была и качество соответствующее. Потому что я, допустим, знаю огромное количество людей, которые просто не доверяют иностранным вакцинам. Это что касается этого. Ну и, конечно же, было еще большое количество нормальной информации, положительной с его стороны. Но дело в том, что не поддержал бы, если бы я не поддержал министра, кандидата в министра Ляшко, да, допустим, то он бы все равно был бы исполняющим обязанности. Поэтому это голосование было, наверное, больше, скажем так, даже если, короче, мы бы не проголосовали, все равно бы Ляшко исполнял бы обязанности министра здравоохранения. Артеме, до вас ще таке запитання. До вас включався медичний експерт Сергій Калинчук. Так ось він занепокоєний тим, що нібито відсутня програма дій від нового міністра охорони здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи була у вас нагода поцікавитися у пана Ляшка? Чи є в нього не просто мета вакцинувати, зробити 10 мільйонів щеплень, а й покроково, можливо, програма, як діяти, як боротися з пандемією? Знаете, я не медицинский эксперт, как, допустим, Калинчук, но задав вопрос ему по украинской вакцине, Ляшко, в принципе, мне вполне конкретно, даже с сроками и датами ответил на этот вопрос. И на другие вопросы тоже он ответил. Является ли это программой? Ну, наверное, это оценят больше эксперты в области медицины. Да, но для меня, в принципе, это было какое-то определение в этих вопросах. Какая-то конкретика, скажем так. Для меня, как человека из другого комитета, не из комитета по здоровью, медицине и так далее. Артеме, і сьогодні день вишиванки. Я бачу, що ви у національному українському одязі. Скажіть, будь ласка, а скільки коштує ваша вишиванка? Ну, конечно, такой провокационный вопрос сразу, сколько стоит моя вышиванка. В первую очередь, поздравляю вас с праздником. Вот, было бы круто, если бы сегодня все ведущие с нового телеканала тоже были бы в этих вышиванках. Это показало бы тоже ваше такое единство и ваше уважение к культуре и к празднику. Честно, не знаю, сколько стоит вышиванка. Я могу показать ее и показать. Я вчера ее покупал в магазине, могу просто поставить в чеке, честно, даже не обращал внимания. Я думаю, что в районе 1500 гривен, скорее всего. Тобто з натуральних компонентів це не синтетика, якщо 1500 гривень. Ні, далі на рубашка хороша. Добре, Артеме, дякуємо вам за включення, за те, що знайшли час, вирвалися так з засідання. З нами наступний спікер, це народний депутат України Олександр Качура. Вітаємо вас, Олександре, доброго дня. Доброго здоров'я. Отже, до вас питання стосовно кандидатури і вже призначення Віктора Ляшка. Певні скепсиси лунають, чи справиться він, чи є програма дій боротьби з пандемією, окрім оголошеної цілі 10 мільйонів щеплень. Як ви оцінюєте нове призначення? Будь ласка. Я скажу так, що я оцінюю це таким з обережним оптимізмом. Це призначення, тому що дійсно мені здається, що у нас так склалося, що це вже четвертий міністр, якщо я не помиляюся, за весь час вже приходу до влади нашої політичної сили. Тобто я не підтримую точно такі часті зміни, але це притаманно всім світовим таким демократіям молодим, як наша.
Водночас, мені здається, що коли відбувається вже конфліктна ситуація між урядовцем і керівником уряду, це не зовсім правильно, тому ці кадрові ротації вони відбулися, ми їх підтримали. Я надіюся, що все-таки результат буде досягнений, тим більше, що ми встановили на сьогоднішньому засіданні фракції для пана Ляшка 100 днів, за які він повинен вже показати результат по проведенню вакцинації в Україні. Інакше йому треба буде піти у відставку. Тобто за 100 днів ви очікуєте від нього конкретний звіт про ту роботу, яка була проведена? Ми домовилися не тільки звіт, а результат. Тобто звіт – це дуже добре, слайди показувати, як все добре, що в нас там кораблі в космічному пространстві бороздять, але при цьому повинні бути конкретні результати, повинна бути провакцинована більша частина населення до кінця року. І таке у нас є рішення Ради національної безпеки і оборони, введене указом президента. Повинні виконувати той указ, який є президентом. Пане Олександре, дуже вдячна вам за включення. Дякую. Знаю, що ви знаходитеся на засіданні, тож більше не будемо вас тримати. Народний депутат Олександр Качура. І нагадаю, що новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що упродовж літа в Україні повністю вакцинують проти коронавірусу 5 мільйонів людей, тобто зроблять 10 мільйонів щеплень. Ось така мета. І ще одне. Ляшко став 22-м міністром охорони здоров'я України та вже 4-м очільником МОЗ від початку пандемії. І далі мова піде про бджіл.